이제 북한으로 가보겠습니다. 무사쇼? 그녀는 우리 북조선어를 어떻게 아는가? 크루친스키 이고르. опять кодовый замок. Я сказала моя бабуся, не знаешь коду, зазнаешь шкоду. Ну что, Сири? Я думаю, что тебе таки слабо ход от этого домофона взломать. Операция Ж. Часть третья. Песня «Марш». 33-й, замполит. Три семерки, комиссар. Код 333-777К. Как же я сам сразу не догадался. Да это ж таки просто элементарно. И, к сожалению, ничего таки не произошло. Тут таки Шмавику нужен пёс-патрон. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Патроша, выходи. Планетарий, пролетарий, идут. Я бы был с тобой. Да где ты есть? С барабаном за спиной, с фонарём наперевес. Чтобы я не улетел, держите за ноги меня. Пхеньян, Чхондогё, Чхонудан. Кажись, он живой. На Даффи нашего похож. Это пятый уже. Кого я вижу? Агент Инглиш? Тедди? Мистер Джеймс Бонд? Кунг-фу Панда? Разрешите представиться, агент Шмавик. Солнце над Пхеньяном, красный шар. Чхондогё, Чхонудан. Время шло, а они все плыли и плыли. Вообще-то я на турнир по боевому танцу. Здесь Шмавик, все остальные тоже на турнир. Далее идет непереводимый фольклор агента Шмавика.5번째 부분 끝.